қарын жүйде. В результате успешной спецоперации сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом пресечен устойчивый канал поставки наркотиков из Узбекистана в Казахстан. На трассе Алматы-Ташкент-Термез полицейские остановили автомашину марки «Мазда». В ее салоне обнаружили хозяйственную сумку под завязку, начиненной наркотиками. Задержали наркокурьера, 62-летнего мужчину, пенсионера, жителя Сарагайского района, который провозил 12 килограмм 657 грамм наркотического вещества «Гашиш». Наркотики расфасовали в 11 пакетиков и обмотали скотчем. Наркокурьер – пенсионер в возрасте 62 лет, житель Сарагашского района. На допросе он признался, что наркотики согласился перевести за 5000 долларов. За незаконное хранение и перевозку наркотиков против пожилого наркокурьера возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под арестом. Ведется следствие.